Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей республике по новой коронавирусной инфекции остается стабильно напряженной и находится под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления республики. За текущие сутки выявлено и зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 216 новых случаев. При этом на город Якутск приходится 119 случаев. Необходимо обратить внимание, что дальше продолжается у нас выявление и изолирование контактов, в том числе прежде всего по Анабарскому району, который на особом внимании, где выявлено вновь 10 случаев. Также у нас сегодня под особым вниманием находится Вилюйский улус район, в котором зарегистрировано 8 новых случаев. И необходимо обратить внимание по Вилюйскому и Анабарскому улусу, значит, причиной вот этого подъема и увеличения стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Говоря сегодня о ситуации, вообще сложившейся, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию, необходимо обратить внимание на то, что у нас сегодня ковидом начинают заболевать и те, кого мы берегли в течение 8-9 месяцев. Мы всегда говорили о том, что нужно беречь старшее поколение. Но немножечко наступил период тогда, когда мы начали немного где-то осуществлять те или иные послабления, в том числе и в своих жизненных ситуациях. И сама по себе картина больных, находящихся в наших больницах, говорит о том, что продолжаются свадьбы, продолжаются юбилеи с большим количеством, продолжаем проводить мероприятия. Поэтому я хочу еще раз обратить внимание, прежде всего, как самих граждан, и прошу воздержаться от участие все-таки в мероприятиях, значит, с большим количеством гостей, с большим количеством людей. Еще раз обращаю внимание органов местного самоуправления. При проведении крупных мероприятий, которые вновь опять у нас зафиксированы как нарушения на территории республики, необходимо в обязательном порядке помнить о том, что существует и действует указ главы Республики Саха-Якутия о запрете на их проведение. При их проведении, при необходимости, при торжественных открытиях должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, но они не должны быть массово, сами мероприятия не должны носить массовый характер. Летальных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано на территории республики 3. Это именно случаи, которые связаны с смертностью, именно основным диагнозом, который является коронавирусная инфекция. За сутки проведено 6140 исследований на коронавирус. И сегодня, как я говорила, значит, мы приходим к отметке 700 исследований в целом с марта месяца. И отметку 700 тысяч исследований на территории Российской Федерации, на территории Республики Саха-Якутия мы преодолели. С понедельника в наши медицинские организации возвращаются те студенты, которые находились на соответствующих, значит, учебных процедурах высших учебных заведений. И с понедельника 5-6 курсы возвращаются, а 4 курсы, значит, у нас медицинского института СВФУ появляются вновь. И более 100 врачей-ординаторов, а значит, и в том числе 150 студентов медколледжа начинают работать в наших больницах по помощи в организации медицинской помощи, не только ковида, но и по плановой помощи. Так как непосредственно нам в любом случае необходимо, жизнь продолжается дальше, в том числе и плановую помощь нам необходимо оказывать. Ну а впереди у нас с вами выходные. Конечно же, хочется пожелать вам провести их в кругу семьи, чтобы семьи ваши были здоровыми. Спасибо большое.